В Мангыстауской области 300 многодетных малообеспеченных семей получили жилищные сертификаты на 1 миллион тенге. Эти деньги пойдут на первоначальный взнос для покупки льготного жилья по программе «Бакыт отбасы». Семьи уже выбрали квартиры как в черте города, так и в сельской местности. 9 лет семья Баймановых снимала времянку в пригороде. Жили, как говорится, в тесноте, да не в обиде, вспоминает мать 6 детей. В сентябре прошлого года Толкунай Байманова, собрав документы, отправила заявку на портал bakıtotbasy.kz. Ответ не заставил себя ждать. Тепло и уют – это то, к чему мы так долго шли. Этот дом выбирали сами, живем в селе. Но главное, у каждого из моих детей есть свой угол. У нас 4 комнаты, осталось только оплатить кредит. Ежемесячно с мужем в банк вносим 46 тысяч тенге. В Мангистауской области по жилищной программе «Бакыт отбасы» приобрели свыше 200 квартир. В 2019 году крышу над головой обрели 111 многодетных семей. Также в прошлом году денежные сертификаты получили 36 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Еще 48 неполных семей ждут своей очереди. 10% от суммы займа – это существенная помощь для семей. Хочу отметить, что в прошлом году поступило 220 заявок на рассмотрение приобретения жилья в сельской местности. В районах и цены пониже городских. Люди находили дома по 7 миллионов. Так нужно понимать, что денежный сертификат – это и есть 10% от стоимости жилья. Программой «Бакыт отбасы» предусмотрено льготное кредитование по 2% годовых. При этом оценка платежеспособности в банке проходит в упрощенном порядке. Потенциальному участнику программы надо лишь подтвердить свои доходы для оплаты ежемесячного платежа по займу. Если раньше можно было приобретать только первичное жилье, то сейчас все полностью изменилось. Рассматриваются варианты и вторичного жилья. Уже в марте будет рассмотрение новых заявок. Желающие принять участие в программе ведут сбор документов. Сегодня в очереди на получение жилья стоят более 21 тысячи мангистауцев. 10 тысяч из них – бюджетные работники, около 8 тысяч – малообеспеченные семьи. Еще более 1700 многодетных семей ждут своей очереди. Динара Нургалиева, Ринат Усалиев, Мангистауская область, Хабар, 24.